наше интервью «Вок на связи» начинаем с долгого поиска одноклассников-героев. Мы пытаемся втереться к ним в доверие, чтобы разузнать что-то интересное про того героя, который к нам придет. Ну, с вами, понятно, далеко ходить вообще не надо, потому что вы, собственно, и есть все одноклассники здесь. Или друзья даже, не знаю, как сказать. А вот расскажите, сколько вы друг друга в общей сложности знаете лет? Ну, пойдем по длинную цепочку. Длинную цепочку? Да. Ну, давайте, зачем? С детского сада. 39? Каспар Сулдисович, я вас знаю, 39 лет. Вот, наверное... 39? Да. Да. Звучит ужасно. Реально, все как же 39 лет с Янисом. Нам всем 21, но знаю я его 39 лет. Да, да. С Янисом как давно? С Янисом мы познакомились 4-й, 5-й, 6-й класс. Янис был стильный такой, у него были волосы такие кудрявые. Такие. Да. Он красавец был, ну сейчас, конечно, тоже. Да, да. Марис? Марис. Здравствуй. Здравствуй. Ну это музыкальная школа, наверное, детская. Ну, это музыкальная школа, но вот именно с Марисом мы... Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Марис, помните, как мы сидели у вас в квартире на диванчике и думали, что нам надо стать популярными? Да. И придумали, что и надо пойти латвийское телевидение, да, и что-то там попроситься на работу. Да, у Мариса там работал дядя. И дядя нас познакомил с одной... барышня, которая вела передачу, «Заноза» называлась. И вот... Есть секунду, я хочу, чтобы люди увидели, каким вы были 39 лет назад практически. Вау. Нас нет. Вау. Это школьный, да? Да. Это школьный туалет. А где ты и твои волосы, да? Я вот там, наверху. Вот он, наверху, да. Слушайте, и правда бы. Да. Ну, посмотрите, можно еще раз немного? Конечно, верните нам фотографию. Да. Вот Марис тоже молодец, да? Да, а я так и сижу сейчас, вы смотрите. Мы с Реннерсом вот популярными придумали бы. Ну, я так понимаю, что Эндрюс к вам присоединился уже чуть попозже, правильно? Правильно. Да, все верно. Ну, вы 28 лет вместе, и вообще ни одного скандала я про вас не нашла. Мы очень долго рыли, ну, вот кроме, конечно, сейчас всплывшего компромата о том, что Рендерс не спал. Да, это сенсация. Вот скажите мне, вот мне любопытно, 28 лет, то есть вы, в принципе, на работу, да, ходите как домой, ну, не знаю, как в семью. Вы... Работа у нас в Сочи. Да, это если что, да? Там мы работаем. То есть у вас, в принципе, такая уже была практически серебряная свадьба, да? Вау. Серебряная дружба. Спасибо. А вы понимаете вот друг друга с полуслова? Или вообще вы можете просто давайте смотреть? Попробуем. Давай. Ну, а что он... Что Рэнс хочет сказать? Бурка. Пара есть. Вот, они поняли. Да. Говорят про банки. Про банки, что же. Жалась. Зная. Дорога. Дорога. О чем мы сейчас поговорили? По железной дороге. Я вообще не в курсе. Просто так кивал, как будто бы все понял. Кому из вас приходилось прыгать в толпу во время концертов? Ну, в последнее время у нас... Да. Ну, ты... Зачем? Реннерс чаще. Реннерс, да? Он а как чаще. Вас... Ну и как ощущения? Ну, нравится? Очень нравится. Очень нравится. Мы бы могли повторить. В потом все остается, что было перед этим. Даже больше. У нас есть видео опять из соцсетей, как раз человека, на которого вы все тут так скромно показывали пальцем. Давайте посмотрим, что происходило в 16 тонах в Москве с гитаристом группы. Стойку, и мне надо было что-то сказать, но я там такое наговорил.
Я даже не помню, что я говорил, но что-то такое, что все в конце концов сказали «Ура!» и я выпил. У нас очень такой персональный вопрос. Вам лучше на спине или на животе понравилось? Мне понравилось на спине. Вам на спине? Да. В вашем случае, как вы понимаете, Наверное, что тут все? Тут было за главного. Я почувствовал момент. Определил, да, он почувствовал момент. Нет, причем в тот же день у нас было интервью, где ты говорил, что я иногда, мол, делаю такое. Да. И мне показалось, ну давай и ты сделай. Да, это было круто. Вот. Это было хорошо, круто. Это был хорошо. Сюрприз. Причем у него был такой, ну как его такое назвать, дабл даже, да, такой? Да. Туда-обратно. Двойной дабл дайвинг, да? Потому что он как бы круг сделал, возвращается, а мы почувствовали мало. Мы говорим, давайте еще раз, еще раз его. Все, и еще раз его, и на барную стойку, и тогда он наговорил. Вау, круто. Да. Мы нашли только немецкую. Немецкую, металлистов, да? Да, металлистов. Иногда нам дают подписывать их диски. И мы там очень волосатые. Да. А это правда, что был случай, когда вас перепутали и пригласили на металлический фестиваль, а думали, что это они? И как вы выкрутились? Сейчас очень весело, да? А там мы такие из маечка, Словакия, это, наверное, кажется, было, мы так в маечках выходим из автобуса, там все в кожаных куртках с цепями. Вот, но мы только потом поняли, что нас перепутали. А там мы просто думали, что, ну, необычно, да? Необычная публика сегодня. Ну, ничего. Ну, прыгал, радовал. Три раза на бис вызывал. Мы даже чекуры играли. А в обратную сторону было такое, что вместо вас их позвали? Возможно, но мы это не знаем. Мы нашли одно видео, да, где позвали их, и они даже исполнили дуэт с вашими друзьями. Давайте посмотрим. Так. Точно? Как вы видите. Да, они молодцы, конечно. На эстраде они лучше нет. Концерт Би-2 был, чтобы вы понимали, у ребят. Это была шутка, здесь надо было посмеяться.